Сегодня в городском центре занятости проходит масса мероприятий, посвященных Дню инвалида. Сегодня у нас день открытых дверей. Мы проводим тренинги, семинары, профориентационные мероприятия. Очень интересно, узнал очень много полезной информации для себя. Я занимаюсь это кризис-менеджмент, это помощь бизнесменам во время кризиса. Я прошел обучение в Академии бизнес-инвестиций и сейчас практикуюсь. Но в будущем планирую открывать какое-то свое кризис-менеджерское представительство. Также у нас есть работодатели, которые работают в программах по социальной реабилитации инвалидов, которые берут инвалидов на работу. Вообще служба занятости в целом ведет каждодневную работу. Мы присутствуем здесь для того, чтобы помочь инвалидам найти работу. Мы рассматриваем специальности как и инженерные, так и рабочие. Вот в данном случае сейчас обратился молодой человек с высшим образованием, предложили ему инженера-электрика. Обратилось порядка 10 человек, наверное, так, может быть, даже больше. Я пригласил 3 человека на собеседование. Понятно, что есть стереотип. Если ты человек с ограниченными физическими возможностями, значит, ты какой-то не такой. Поэтому я попыталась им показать, что каждый человек уникален, каждый человек неповторим. Рассмотрели навыки уверенного поведения. Я им рассказала, объяснила, как должен вести себя уверенный человек. Регулярно участвуем в ярмарках вакансий. Это нужно проводить. И это полезно проводить. Прежде всего, это забота о людях, которые с инвалидностью.